Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня выпускаю статью по вашим просьбам, как оформить мягкие стрелки. Список косметики, который понадобится: коричневый карандаш, жидкие фиксирующиеся тени светлого оттенка или база под тени, матовые тени 3 оттенков, темно-коричневые, светло-коричневые и бежевые, консилер, сатиновые тени светлые, тушь. Карандашом оформите линию от внешнего уголка глаза к виску. Линия должна быть параллельно красной линии на фото под номером 1, идет от нижней точки начала брови до наивысшей точки линии подъема. Оформите линию карандашом по линии роста ресниц до середины глаза. В точке середины глаза, красная линия на фото 2, линия должна быть максимально тонкой. Далее при помощи плоской небольшой кисти растушуйте карандаш по направлению, которое показано на фото под номером 3. В итоге у вас должна получиться фигура, которая внешне похожа на развернутый веер, фото под номером 4. На все подвижные века нанесите жидкие тени или базу, не заходя на растушевку карандаша, которую выполнили ранее. При помощи темно-коричневых теней продублируйте стрелку, растушуйте ее верхнюю границу, затем при помощи светло-коричневых теней смягчите эту границу. Нанесите на все подвижные века светлые сатиновые тени и соедините их с границей растушевки стрелки. При помощи консилера и плоской кисти подчистите нижнюю часть стрелки, фото 5. Кстати, заметьте, если есть нависание век у внешнего уголка глаза, то нижняя линия стрелки должна идти ниже, чем формируется складка. При закрытом глазе стрелка будет выглядеть как на фото под номером 6. При помощи бежевых матовых теней оформляем орбитальную линию и нижнее веко. Прокрашиваем межресничную линию и ресницы. Простой повседневный макияж готов. Буду рада, если статья оказалась для вас полезной. Подписаться. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк.